Всем привет! Сегодня у нас 19 февраля. Празднуется крещение. Я направляюсь именно в то место, где сегодня происходят в Петродворцовом районе купания крещенские. Иду я пешком, чтобы прогуляться и продолжать исследовать ту местность, в которой я сейчас живу. Я впервые оказалась в английском парке. Здесь какие-то пруды, там находится железная дорога, там ходят электрички. По этой самой дороге я езжу в город и обратно сюда. В Петродворцовом районе, насколько я знаю, организовано несколько мест, где можно окунаться. И вот одно из них в Новом Петергофе. И вот она я в самом Петергофе, ну точнее на его окраине. Все спальные районы — это всегда одна и та же история. Иду и жадно хватаю глазами разные образы, чтобы запечатлеть и оставить в своей голове какую-то картинку. Обычно птицы прилетают по весне, а тут что-то вот уже на деревьях сидят. Ну, это типа мой странный юмор. Я практически добралась до Ольгина пруда, где сегодня проходит организованное крещение. Там будут спасатели. Посмотрим, как это все организовали, потому что опыт нахождения на крещении у меня был единожды в том году в Краснодарском крае. Я показывала это в сюжете. Осталось дождаться только людей. Здесь, оказывается, даже печка есть, и люди потихоньку прибывают. Куличи все почти пасхальные, помята. Здесь наверняка будет все по-другому. Посмотрим. Видите, организовано место, видимо, где можно погреться после купания. И вырезано даже во льду прорубь. То есть люди купаются прямо в озере. Здесь организована такая раздевалка. Печки я вижу нету. А вот в прошлый раз, когда я была в Краснодарском крае, была еще печка для разогрева. Ну и, соответственно, как я понимаю, такая же мужская раздевалка. Ну что, Доня, отказываешься, да? Сегодня сильный ветер, так что воду из самовара сносит. Спасибо. Так, с капустой, да? Да, с капустой. Все улетает. Я без сахара. Что? Спасибо большое. Ой, как классно. Чем пирожок у вас? С капустой. На нас. Уважаю, уважаю. В общем, здесь организован такой стол, где можно попить чай, согреться. Еще даже пирожками угощают.
что здорово. Попробуйте, вкусный. А дегустируйте. Сейчас я до капусты дойду. Да, она сразу начинается. Тут начинки больше, чем в детстве. Угу. Блин, ну что так унесло? Да не унесло. Вкусненько, вкусненько. Меня унесло, а я там стоял. Ветром. Он владеем. Еще что-то говорит, и такая, так, давай что-то с комментариев. А мы сейчас в том настроении. Ну что ж, сходила, посмотрела, как проходят здесь Петергоф и крещенские купания. Ветрено, холодно, но люди идут. И, как я предполагаю, будут идти до самого вечера, потому что эти купания организованы, что ли, до 12 ночи. Так что все, кто хочет, начнут спать. А я возвращаюсь в пункт. Ручки мои знатно подмерзли. Я просто все снимала без перчаток, так удобнее обращаться с техникой. И, соответственно, они красные, красные как раки. Как вы понимаете, возвращаться в общежитие я решила снова пешком. 6 в одну сторону километров, 6 в другую. Не знаю, что за здание это.